Привет, друзья! Всем привет из Канады! Сегодня мы с вами находимся в шопинг-центре, который называется Maple View. Находится он в пригороде Торонто, город Бёрлингтон. Вы скоро со мной уже будете знать все шопинг-центры, как они выглядят и где какой шопинг-центр находится. И я, на самом деле, сегодня совершенно такой неожиданный шопинг-влог. Я пришла в Зару кое-что сдать, и там распродажа, и я, в общем, кое-что нашла, пошла в примерочную примерять и решила, вот давайте я вам сниму заодно. Немножко поснимала в магазине, но на самом деле, когда распродажа, там жуткий беспорядок, и все висит навалено, набросано, снимать трудно, очень все как бы совершенно непонятно, что к чему, плюс очень много людей, и это всегда очень усложняет съемку, потому что люди не должны считаться с тем, что вам нужно отойти подальше и снять что-то, чтобы между вами камерой и вот этим вот платьицем или пиджачком никто не бегал каждую минуту туда-сюда. Вы понимаете, сложность, когда много людей, то это сложно. Поэтому очень короткий, даже такой не обзор, а просто вот несколько вещей я вытащила вам показать. И сейчас пойдем в примерочную, там кое-что попримеряем. Это такой внезапный, неожиданный шопинг-влог, поэтому не судите строго. Просто решила, раз я уже примеряю, то почему бы не снять и не показать вам, поскольку очень многие любят вот этот формат примерок, да к тому же в Заре сейчас распродажа бушует и шумит, и всем это интересно, многим, вернее, интересно, те, кто любит Зару, а те, кто не любит, может быть, вам тоже интересно посмотреть. Ну, все, давайте встретимся с вами в примерочной, совсем скоро. Всем привет из Зары. Я сегодня в Заре. Я сегодня в темных очках, потому что я не красилась, я поехала внезапно. И я приехала на самом деле кое-что сдать, то, что я заказала онлайн. Вы знаете, что в Заре сейчас распродажа, и все уже довольно дешево. И я кое-какие вещи заказала, но они мне не все подошло. Я приехала сдать в магазин. Заодно тут погуляла, посмотрела, что к чему, что здесь есть. И вот нашла такую кучу всяких вещей, девочки. Это будет такая примерка. Примерка такая внезапных дурацких вещей, которые никогда не купишь за полную цену. А вот на распродаже я тут набрала. Мне что-то в последнее время, девочки, вот прямо пробивает на всякие эти блестки. У меня просто какая-то я зажила с ума, это называется. Какая досада. Ну, давайте я начну примерку. Я вам, может быть, не все покажу, потому что есть вещи, которые, если они будут малы, я сразу их показывать не буду, а некоторые, может быть, изображу вам. Это такая сегодня чисто развлекательная, ржачная примерка, скорее всего, потому что очень часто на Заре в распродаже остаются вещи, которые, что называется, не самые лучшие, потому что самые лучшие уходят еще за полную цену, а на распродаже, тем более сейчас уже как-то распродажа довольно вошла в такую же финишную прямую вышла, и цены довольно низкие, осталась совсем уже всякая ерунда, но все-таки кое-что, может быть, я присмотрю себе. Так, первое зеленое платье. У меня, кстати, тут вообще еще одно зеленое платье, там еще одно зеленое платье, в общем, зеленый десант. Вполне себе неплохое платье. Это размер large. Стоит оно сейчас, по-моему, $20. На нем нет этикетки, нету ценника, но, насколько я знаю, их цены в Заре сейчас, по-моему, у них все платья где-то $18-$20 вот так вот стоит. Это 100% хлопок, чтобы вы понимали. У меня есть, кстати, похожего фасона платье из Uniqlo, но такое трикотажное. А это, значит, состоит из двух тканей. Вот это вот такой хлопок
как из ткани, а сзади хлопок трикотажный. Я потом, может быть, на вешалке покажу, вам будет больше понятно. Ну что, вполне нормальное платье. Хороший фасон, хорошая длина. На лето в самый раз. Сидит так неплохо. В принципе, не маленькое, не большое, ничего. Вот не здесь вот нету никаких лишних тканей. Мне нравится. Так, вот так вот оно. Интересно, у меня здесь шов. Видите, здесь хлопок тканевый, а сзади спинка сделана из хлопка трикотажного. Я не знаю, вам, наверное, не видно, но вот поверьте. Видите, трикотаж. Вот такой вот он. Нормально себе, ничего. Ничего себе, такое вполне, вполне нормальное платье на лето. Красивое зеленое платье. Мне очень хотелось в него поместиться, но, вернее, я поместилась, но не слишком красиво это на мне выглядит. Вот такой большой разрез. Почему? Потому что это размер медиум. Мне очень понравился этот рукав. Посмотрите, какой красивый рукав. И оно тоже сейчас стоит $20, но оно мне везде мало. Но мне медиум мало. Мне нужен ларч. Но я подумала, а вдруг случится чудо, свершится, но ларч нету. А вот медиум мне, конечно, очень маленький. И я его, конечно, оставлю. Стоит он тоже $20. Жалко. Состав у него, кстати, тоже неплохой. Оно 50% вискоза, 50% что-то там другое. Видите, оно стоит $20. Сейчас стоило 60. И вот какой красивый. Офигительно красивый рукав. Вот это за это я хотела его купить, но, конечно, оно мне маленькое. Сзади какая-то завязка. В общем, если бы я встретила его ларч, я бы, конечно, его купила. Так, у меня, как всегда, орущее дитё в соседнем. В соседней примерочной. Но! Значит, это вам даже на себе не покажу, потому что я в него не влезла. Хотя оно такое интересное. Смотрите, какой интересный рукав. Я надеюсь, вы меня слышите. Как интересно сделан рукав, но оно очень узкое и очень короткое, несмотря на то, что это размер large. И к тому же оно стоит $35 сейчас, так что я не думаю, что это... Ну, в общем, как бы я в него могу втиснуться, но с большим трудом. Я не думаю, что это хорошая идея, в принципе, за $35 это даже как-то дороговато. Но у него плечики тут вставлены, хорошая такая ткань, плотная, в общем, красивое платье, но мне мало и коротко. Слушайте, реально очень симпатичное платье, но это medium, и оно мне маловато. Вот если я поворачиваюсь в профиль, то у меня как-то сильно, ну, не сильно, но, в общем, живот как-то обтягивает оно. У него есть карманчики, очень красивая расцветка. Ой, я не посмотрела, из чего, но надо посмотреть. Мне оно очень нравится, но... Мне бы размерчик побольше на один. Это медиум. Так, я на вид посмотрела, оно вроде не очень маленькое, вроде даже такое. Ну, в общем, я в него как бы влезла, и даже карманы не торчат, и все. Но, конечно, пузо обтягивает. Прям такой цветок на пузе. Жалко, красивое платье. Посмотрите, что оно сделано. Видите, такое вот длина хорошая, интересная расцветка. Такое... Красивое платье. Жалко. Состоит оно из 100% вискозы, кстати. И сейчас оно стоит $35, стоило 130. Это из дорогих платьев. Вискозное платье, красивое, хорошо сделанное, но маловато мне. А жаль. Так, платье с блестками, с пайетками. Оно вот такое вот коротенькое, не очень длинное. Но с черными колготками такими, знаете, плотными, будет хорошо. Это размер large. Ну, мне, в принципе, нормально. Ну, так, более-менее. Единственное, что вот здесь вот как-то очень большая пройма. Прямо очень большая. Ну, как-то мне это не нравится. Хотя, с другой стороны, вот так вот, если я руку прижимаю, так это не очень видно. Я там сзади не застегнула его, потому что он вот такая молния. Очень какая-то заедает. В общем, посмотрю, сейчас поиграю с молнией, если молния нормально. Потому что оно мне нравится. А я, знаете, стала носить такие вещи. Вот куда-то мы идем. Потому что мы стали ходить на какие-то встречи с друзьями, в такие места, где, в принципе, можно это надеть. У меня есть несколько платьев таких с пайетками. Это такая, знаете, новогодняя тема, конечно, но вот я что-то запала на них. Оно так красиво сделано, коричневые такие пайетки. В общем, они такие, знаете, разные. Не все такое в пайетках, а они как-то по-разному пришиты. И это выглядит это очень интересно. Здесь вот бархат у него. Вот здесь вот
Корочка. Красивое платье, симпатичное. На нем тоже нет цены, но, по-моему, оно сейчас стоит $20. Видите, это ларч. Вот здесь вот бархат у него сделан. Такое красивое, интересное платье. Нравится. Смотрите, какой неожиданный комплект образовался у меня. Свитер мне нравится. 75% альпаки в нем. Я не очень люблю альпаку, потому что с ней очень много возни. Как ее стирать, как ее сушить. Она потом сваливается, скатывается от стирки. Но вот этот мне прямо нравится. Он довольно большой, это размер large. Мне нравится он за то, что он вот такой вот объемный, широкие рукава. На нем написано $49, но я думаю, что меньше. Я потом в кассе, когда буду, я спрошу, и я вам напишу где-нибудь, сколько он стоит на самом деле. Может и 49, но насколько я знаю их цены сейчас, он должен быть дешевле. И вот такая вот юбка. Слушайте. Она на резинке сверху. Мне она очень понравилась, но она такая длинная. Если бы она была вот нормальной длины, такой вот ниже колена, то это была бы классная юбка, потому что она реально классная, просто реально классная. Она стоит где-то $20 сейчас тоже, вот эти юбки у них. Черт его знает, не надо мне она, наверное, потому что ее надо еще нести, отрезать, укорачивать. Я сама это не сделаю, потому что вот эта вот ткань в пайетках, я не знаю, как ее отрезать. А вещь, в принципе, такая, знаете, она очень-очень редко одеть. То есть надеть ее, может быть, несколько раз куда-то, потому что это... Хотя я знаю, что сейчас носят пайетки вот в повседневной жизни и вполне себе носят. Но я как-то этот тренд не... Еще не восприняла. Может быть, надо начинать уже? Красота ведь, правда же? Я не знаю, я такая сорока, меня так тянет на все эти блестки, на все эти пайетки. Кошмар. Но свитер хороший, ангорка такой, знаете. Вопрос цены, сколько он стоит, надо будет узнать. Так, свитер, видите, размер large. И написано $49, а стоил он 120 или что-то такое, там внизу заклеено, не знаю. И видите, здесь написано 75% альпака. Я альпаку еще не очень люблю, потому что с нее вот эти вот пух, волосы эти лезут везде, в нос, в глаза. Но если честно, вот я его примеряла, я совершенно не могу сказать, что я, может, потому что я в темных очках. Плюс он висит вот рядом с этим платьем, и я смотрю, что как бы он... Платье не испачкано от него. Потому что я помню, что я где-то в Косте, по-моему, примеряла какой-то такой свитер тоже с альпакой. И рядом висела юбка какая-то, я не помню, в общем, другого цвета. И потом я их так разняла, и я увидела, что вся абсолютно юбка вся вот в этих пухе от этого свитера. А здесь вот нет, вот он висит с этим зеленым, и ничего. Так, на этой юбке тоже написано 49, но она сейчас стоит $20. Просто они не всегда переклеивают этикетки, потому что им вещи какие-то приносят, сдают, и они так и оставляют. Они на кассе потом говорят, что сколько стоит. Она, конечно, такая красивая, девочки, нет сил. Ну уж куда? Ну куда? Просто так. Баловство. Мало того, что $20, еще и будешь в шкафу висеть, место занимать. Вот. Ну все, дорогие друзья, вот такой у нас шопинг-влог сегодня неожиданный случился. Не, простите меня за темные очки, но не хочу вам показывать свое личико в самом таком, в неглиже, можно сказать. Да, до новых встреч. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я не знаю, что куплю. Наверное, первое зеленое платье точно оно из хлопка, $19 на лето, хороший фасон, хороший цвет. Все остальное не знаю. Потом свитер спрашиваю, сколько стоит. И все остальное как-то так. Вот. Ну все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока. Всем привет из Канады.